Образ утонченного вампира из «Сумеречной саги» прославляет Роберта Паттинсона и делает его новым секс-символом. Но такая слава оказывается дурной для звезды. Вот я какой. Весь светишься. С выходом очередных серий саги «Новолуние и затмение» критики навешивают на Роба довольно неприятный ярлык. Актер одной роли. Неплохой типаж, но очень плотно он засел в этой роли вампира. Надеюсь, в дальнейшем сможет выбраться. В связи с тем, что он стал популярен именно за счет вот этой вампирской саги, то он всегда будет актером одной роли. Ему нужно, мне кажется, будет еще найти как минимум три образа каких-то, да, мощных, чтобы три фильма были еще гигантами, чтобы зрители привыкли к тому, что все-таки это как-то не Эдвард, а Роберт Паттинсон. Но продюсеры не критики. Они предлагают Паттинсону роль в фильме «Помни меня». Там вместо клыков Роберт показывает всему миру и другие свои таланты. В картине о мимолетности жизни и становлении человека публика видит не просто вампиреныша, а актера с сильным характером. Для меня это... да круто! Еще один фильм. Мне понравилось играть в новом образе. Мне понравилось, как он там сыграл. Такая там мелодрама. Не каждый актер может похвастаться таким везением. Коллега Паттинсона по жанру Уэсли Снайпс также плотно застревает в роли убийцы вампиров. Чернокожий головорез по прозвищу Блейд кромсает кровососов своим нереально острым мечом в первой части. Во второй. Ну и, наконец, в третьей. После окончания съемок для зрителей Снайпс так и остается клыкастым киллером. Ну, конечно же, я и в других фильмах снимаюсь, но для большинства поклонников я был и остаюсь Блейдом. Агент Смит – самый элегантный агент в исполнении австралийского актера Хьюго Уивинга. В роли Смита Уивинг тоже оказывается трижды. И несмотря на то, что впереди у него главная роль в фильме «Ви значит Вендетта» и роль главного злодея в картине «Капитан Америка. Первый мститель», все знают актера по второстепенной роли из кинофильма «Матрица». Иногда мне самому кажется, что я некий агент Смит, но порой я устаю от этого сравнения. Даже роль эльфа Элронда из очередной трилогии «Властелин колец» не может избавить Уивинга от образа непробиваемого агента. Еще одним ярким представителем актеров одной роли оказывается американская звезда Райан Филипп, всемирно известный по роли избалованного ловеласа и раздолбая из фильма «Жестокие игры». Там Райан то и дело соблазняет молодых девчонок и разбивает их сердца. Если выиграю я, отдаешь тачку. А если я? То ты получишь то, о чем мечтаешь со свадьбы наших родителей. Что поделаешь, привязался ко мне этот образ. Да я и не против. Несмотря на то, что Филиппу уже под 40, он не перестает играть испорченных представителей золотой молодежи. В фильме «Линкольн для адвоката» актер оказывается в очередном образе избалованного гуляки. Посмотрим, надолго ли его хватит. Павел Щелконогов, про новости.